ДО «Евролестница Актубе» изготовит на заказ деревянные лестницы, двери, паркет, только натуральный массив, ясеня, бука, дуба. Продукция любой сложности на высокоточном оборудовании. Специальное предложение. Готовые лестницы от 300 тысяч тенге. А также реализуем все для лестниц от балясин до ступеней и профессиональную лакокрасочную продукцию по дереву итальянского концерна «Верин Легна». Настоящее дерево, настоящее качество. «Евролестница Актубе» – новый уровень вашего комфорта. Здравствуйте! 12 января в 1955 году недалеко от поселка Туритам Кызылординской области началось строительство космодрома Байконур. Он стал самым крупнейшим космодромом Советского Союза. После распада СССР в начале 90-х космодром отошел Казахстану и арендуется Россией до 2050 года. Более 130 зарубежных и отечественных космонавтов вылетали на орбиту из космодрома Байконур. Сегодня Байконур – первый и крупнейший в мире космодром. Это программа «Каждый день» на Первом городском телеканале. Прямо сейчас я расскажу вам о погоде на вторник, 12 января. В Мартуке облачно, преимущественно без осадков. Температура воздуха составит минус 18 градусов. В Алге пасмурная погода, без осадков. Столбики термометров покажут минус 16 градусов. В Хромтау на протяжении всего дня погода пасмурная, осадки в виде снега, минус 17 градусов. В Батамши температура воздуха составит также минус 17 градусов, синоптики осадков не прогнозируют. И в Шалкаре малооблачно, 9 градусов ниже нуля. Далее в эфире прогноз погоды в нашем городе. О погоде также поговорят Елена Игнатьева с Дмитрием Шиш в рамках программы «Твое утро». К чему приводят изменения погоды, как поддержать хорошее самочувствие метеозависимым людям и какие плюсы актюбинцы находят в зиме. Не пропустите утренний эфир на Рика ТВ с 7.30 до 9.30. В эфире нашего телеканала 12 января в 12.00 смотрите мини-сериал с историей «Новогодний переполох», в которой речь идет о погоне пиар-менеджера Марии и мелкого воришки Гарика за рецептом изумительного шоколада по производству прапрадеда Шишкина. Хороший вариант для тех, кто ищет новые семейные комедии для просмотра накануне старого Нового года. Ты хотел развод? Ты его получишь. Мне не нравятся его уши. Какие-то не наши, это уши, сынок. Значит, он не может быть моим сыном. Так тебя зачем туда послали, идиот? Страусов кормить? Быстро ищи сейф, пока тебя оттуда не выгнали. Уходим, уходим. Мы с тобой как договорились? Ты мне рецепт, я тебе деньги. Эй! Эй, стой! Куда? Это ж моя машина! Я тебя сейчас сдам в полицию за мошенничество, понял? Я понял. На сегодня это все. Смотрите программу «Каждый день» в эфире Рика ТВ. И заходите на сайт rikatv.kz, чтобы быть в курсе интересных событий. Генеральный партнер нашей программы – ТО «Евролестница Актубе». Имеет возможность предложить вам широкий ассортимент паркета, элементов декора, профессиональных паркетных клеев и лаков. Посмотреть работы «Евролестницы Актубе» вы можете на сайте evrolestnitsa.ru. Всего наилучшего и до встречи в эфире. ТО «Евролестница Актубе» изготовит на заказ деревянные лестницы, двери, паркет, только натуральный массив, ясеня, бука, дуба. Продукция любой сложности на высокоточном оборудовании. Специальное предложение. Готовые лестницы от 300 тысяч тенге. А также реализуем все для лестниц от балясин до ступеней и профессиональную лакокрасочную продукцию по дереву итальянского концерна «Верин Легна». Настоящее дерево, настоящее качество. «Евролестница Актубе» – новый уровень вашего комфорта. We'll be right back.